Ucraina face un nou apel la negocieri și a oferit Rusiei o serie de concesii pentru a stopa războiul. Președintele Zelensky a precizat însă că nu este dispus să discute despre așa numita denazificare și demilitarizare a Ucrainei. În plus, Zelensky a cerut trupelor ruse să plece din Ucraina, astfel încât negocierile de pace serioase să poată avea loc. Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятная абсолютная вещь. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю, это компромисс, да, компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса.